Всем привет! Сегодня хотел записать небольшое видео о том, что нас удивило в Польше, и это не так, как в России. Ну, одно из таких удивлений было: в нашем городе много аптек. Хотя, мне кажется, в России их тоже много, но тут нам показалось их еще больше. Мы сняли квартиру в городе. И что нас удивило, и это отличается от России, на окнах нет москитных сеток. Я не понял, тут нету комаров, или тут их вообще не делают, эти москитные сетки. Походив по городу, посмотрев на дома, мы поняли, что так оно и есть. Не только в нашей квартире их нет, их вообще в городе нет. Также, если взять еще в расчет квартиру, то окна пластиковые, а подоконники в квартире не пластиковые, а бетонные. Можно увидеть, да, вот чуть-чуть тут есть, попадает подоконник. Это тоже нас удивило, в России такого мы не видели. Ну, конечно, нас поразила, удивила красота города. Поляки любят свой город и ухаживают за ним, и очень много посажено вечно зеленых растений. И это очень радует глаз осенью и зимой тоже. Да, красивый город, это точно. Да, еще если взять те же окна пластиковые, да, чем они отличаются от России, это не только что нет москитных сеток, а то, что обе створки у окна, они открывающиеся. Обычно в России у нас было так, что одно половина окна глухое, не открывается, а второе створка открывается. Одна створка только открывается. Здесь обе створки, и во всех домах так. Я сколько видел, посмотрел, везде так. Тоже это нас очень удивило. Это отличается. Также в нашем городе, где мы живем, очень много секонд-хендов. Их прям вот очень много. И интересно то, что цены там очень низкие. И можно купить брюки, рубашку, юбку всего за один злот. Это 16 рублей России. Вот такие цены в этих секонд-хендах. Это тоже нас удивило. Такого в России нет. Также нас удивило это цены. Цены на некоторые товары, вещи, они очень сильно отличаются от России. Что-то дешевле, ну а что-то дороже. Ну, например, бензин. Бензин стоит больше евро. Это получается по России 80 рублей, а в России он стоит 40. 45 максимум. Поэтому это тоже нас очень удивило. Также нас удивило, что, не знаю, все так поляки или нет, но они не торопятся выполнять свои обещания. Я не знаю, в чем это заключается. Может быть, они забывают их, что они обещали это, или у них такой вот менталитет. Ну, если смотрят меня поляки, то могут написать комментарии, как вы к этому относитесь. Есть такое или нет? Может быть, я ошибаюсь. Ну и то, что еще нас очень удивило, что в воскресенье не работают в основном все магазины или там какие-то рынки. Ничего не работает, кроме больших супермаркетов. Это тоже нас очень удивило, и в России это не так. Вот такие интересные, то, что я хотел подметить, то, что я хотел рассказать. Ну, еще у нас много будет удивлений, и мы их записываем. Также у нас интересно было, что... А, вот еще удивило то, что в супермаркетах продают лекарства. То есть лекарства продают не только в аптеках, а еще в крупных супермаркетах.
Это тоже, например, для меня было непонятно. Обычно лекарства только в аптеке. Вот. Ну и сейчас мы потихоньку учим язык польский. И так слова нас тоже многое удивляют. Ну и, например, я сниму отдельно ролик об этом, в польских словах, и чем они отличаются, что у них необычного. Ну, сейчас хочу рассказать только небольшую такую историю. Мы ехали в такси, и поляк, который с нами ехал, он расплатился с таксистом и заплатил 10 злот. Это 160 рублей России. Но с нас надо было заплатить 7,50, но он отдал 10. Получается, как бы 2,50 он сказал, что как мы оставляем на чай. Да, в России это было бы на чай. Если в ресторане или еще где-то, да, вы оставили сдачу, то это было бы на чай. Так вот, в Польше не на чай дают, в Польше дают на пиво. Вот, это тоже было смешно, удивительно для нас, например, вот, что в Польше дают не на чай, а на пиво. Ну и еще много интересного будет в следующих роликах, поэтому кому понравилось такие рубрики, рассказы о Польше, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Кто-то, может быть, и дизлайк поставит, кому не понравилось. Жду ваших комментариев, с удовольствием отвечу на них. Все, всем пока.